Парни, все готовы ответить на вопрос, как стать чемпионом России? Естественно. Завтра посмотрим, как. Я думаю, игра определит, кто сильнее. Очень тяжело. Чемпионат будет и для начинающих спортсменов, и кто имеет большой опыт. Лично для каждого будет очень тяжелый чемпионат. Ты все легко. 50 команд. Конечно, кому легко будет. Ну? Пусть это будет Брянск. Все уже были, а Брянск еще не был. Мы не против. Чемпионат сложный, как бы. Ловля тоже непростая. Ну, думаю, мы справимся. Если посмотреть, какая флотилия стоит внизу, можно только оценить готовность всех на 5 с плюсом. Ну и по приманочкам. Глядя, у кого что есть, борьба будет жестокая и очень сложная. Да Макс, все, ну все мы за Лорик-то побьемся, за Лорик-то побьемся, побьемся, чего? Один Карпов, подождите. Да вы побейтесь, побейтесь, парни. Мы всегда хорошие призы привозим на все турниры. Вот, хотелось бы показать, вот только что показывал вот Александру, мой самый любимый спиннинг, это Nordstrom, кстати. Вот, и он называется... Динамик второй, Twitch Special. И он у меня до сих пор! В студию спиннинг? Пожалуйста, сейчас принесу. Рыбы мало и на всех не хватит. Ну что, все, бою. Все, завтра в бой! Вперед! Порвем всех! Повторим ролик! Не знаю, как Nordstrom, а до взвида всех спасет. Выиграем, выиграем. Только джиг. Команда Ставропольского края 1. Хребцов Виталий, Чепуштанов Максим, Тополов Константин, Мадюкин Василий. Команда Республика Башкортостан. Команда Белгородской области 1. Иванов Игорь, Баев Александр, Молчанов Семен, Дубковский Максим, Карпов Сергей, Шутов Иван, Атаян Артур. Давай, давай, давай.